27-летняя Юлия Ковальчук рассказала, как ей удается поддерживать себя в форме. Бывшая солистка группы «Блестящие» не сидит на диетах, но следит за питанием. Певица заявила, что не собирается ни в чем себя ограничивать во время новогоднего застолья. Звезда не боится набрать лишние килограммы, так как постоянно находится в движении не только на работе, но и во время прогулок с дочерью Амелией. В повседневной жизни Юлия старается питаться правильно. Артистка убеждена, что самый большой прием пищи должен приходиться на обед, а не на завтрак. Так можно уберечь себя от переедания во время ужина. По словам Ковальчук, завтракает она обычно блинчиками или сырниками, которые готовит сама. На обед певица любит овощи и морепродукты. Ковальчук приходится ограничивать себя в сладком, но если очень хочется, то может съесть кусок торта. Иногда звезда устраивает себе разгрузочные дни на овощах, готовит их на гриле или делает супы. В юности блондинка сдала кровь на специальный анализ и узнала, какие продукты ей будут полезны, а какие – нет. По результатам теста звезде пришлось отказаться от болгарского перца, редиса, свинины и почти от всех фруктов, исключение – манго и инжир. Позже Юлия выяснила, что благодаря отказу от фруктов ей удалось избавиться от целлюлита. Фрукты способствуют появлению целлюлита. Мой массажист как-то изумленно заметил: «Юля, у вас практически нет целлюлита». Я рассказала, как питаюсь и о том, что не ем фрукты. Массажист объяснил, что фруктоза, особенно в сочетании с другими продуктами, способствует образованию апельсиновой корки у женщин. Так что фрукты не так полезны, как нам говорили, рассказала Ковальчук в интервью 7 дней. Артистка раскрыла еще три правила, которые помогают ей быть бодрой и красивой с самого утра. Первое – начинать свой день со стакана теплой воды, второе – умываться холодной водой, чтобы быстрее проснуться и держать кожу в тонусе. И третье – это улыбаться и быть позитивной. Недавно Юлия Ковальчук показала, как мужчина залез к ней под платье на съемках новогоднего шоу. Певица заявила, что магия женщин не в вырезе декольте и размере груди. При этом артистке нравится демонстрировать свою сексуальность.